Эфир на канале «Россия-24» продолжают вести Хакасия. В студии Елена Крылова. Здравствуйте. Авария на трассе М-54 между Пригорском и Волчьим Логом. Столкнулись 4 автомобиля. Кроме того, снег и штормовой ветер на несколько часов затруднили движение по федеральной трассе. Лишь к полудню, когда с помощью сотрудников ГИБДД удалось эвакуировать столкнувшиеся автомобили, движение возобновилось. С места происшествия Виктор Лушников. Сегодня ветер разбушевался по трассе М-54 в степи за Пригорском. Свежевыпавший снег мело поперек дороги, особенно в низинах. Пурга существенно замедлила движение автомобилей, но настоящая пробка возникла после аварии, которая произошла около 9 часов утра. Столкнулись сразу несколько машин. Это застопорило движение на час, затем машины начали пропускать в обе стороны. Но в 11 погода ухудшилась, и транспорт вновь встал. Если бы не дорожно-транспортное происшествие, которое здесь произошло, неотчетное, кстати, мелкое, значит, столкнулись 4 автомобиля, из-за этого произошел занос проезжей части. Микроавтобус с прицепом, застрявший в снегу, вытаскивали полицейским УАЗом таблеткой. Иномарку, влетевшую в отбойник, пришлось снимать с трассы эвакуатором. Все это время движение в обе стороны было перекрыто. На трассе скопилось около сотни машин. Но автодорога тяжелая, но это же природное явление. Поймите, это же не так просто. Это штормовый ветер. Это уже тут не человеческий фактор. Это природа. От этого все зависит. А что там дальше по трассе, мы сами не знаем. На выручку водителям прибыли автомобили дорожных служб. Они освободили проезжую часть от снега, и только после этого движение возобновилось. Дорожники будут дежурить на опасном участке, пока не стихнет ветер. Виктор Лушников, Антон Михайлов, Вести Хакасия. Ходить пешком сегодня оказалось опаснее, чем ездить на машине, во всяком случае, по Абакану. Городские тротуары напоминали больше ледовое поле. Буквально за несколько часов вчерашняя слякоть превратилась в лед. Естественно, распутица застигла коммунальные службы врасплох. Подсыпки сразу не оказалось. И вот результат. Только за сутки в городской травмпункт обратились 60 человек. Это своего рода рекорд за последние дни. В общем, вступая на тротуар сегодня, следует быть не только внимательным, но и ловким. Скользко, потому что выпал снег еще раз, и выйти из дома очень трудно становится. Сегодня еще ни разу не упали? Нет, но подскользнулись по пути в школу. Скользко. Я упал просто пару раз, тоже было дело. Подсыпать надо хотя бы вот здесь. Ой, на спуск. Сейчас это нормально, вот когда будет все таять, вот тогда веселье начнется. Особенно вот здесь. То есть все будет покрыто водой. В селе Копьево от Женикидзовского района перед судом предстал Александр Вайганд, начальник местного коммунхоза, при этом депутат райсовета. На скамью подсудимых он попал за то, что сломал челюсть подчиненному. Впрочем, реального наказания за это Вайганд так и не получил. Константин Кравцов наблюдал за процессом. В зале суда на одной скамье подсудимый и пострадавший депутат райсовета, при этом начальник Копьевского ЖКХ Александр Вайганд и его бывший подчиненный Евгений Рузанкин. Первый обвиняется в том, что выяснял отношения со своим подчиненным мужским способом. Вайганд из личных неприязненных отношений, возникших с Рузанкиным, нанес ему удар, соответственно, рукой в области головы, в результате чего Рузанкину были причинены телесные повреждения, относящиеся к категории средней тяжести. Иными словами, Вайганд сломал Рузанкину челюсть за то, что тот высказывал претензии по организации работы в Копьевском ЖЭКе. Все случилось еще осенью. Очевидно, за это время мужчины помирились. Потерпевший в зале суда сообщил, претензий к депутату и начальнику Вайганду не имеет. В ходе судебного заседания потерпевший Рузанкин заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, пояснив при этом, что причиненным преступлением вред подсудимый полностью загладил, принял меры к извинению перед ним, возместил материальные затраты. Кстати, работники Копьевского ЖЭКа заявляют, Евгений Рузанкин работал здесь 3 года и все это время злоупотреблял спиртным. Конфликты у него случались не только с начальником, но до драки не доходило. Рузанкин уже имеет судимость за кражу, а сельчане в большинстве, похоже, и не в курсе стычки местного депутата и его работника. Нет, не слышал. Хотя у нас поселок, собственно, небольшой, но такой новости не слышал. Не могу сказать. Ой, такое не слышала. Не знаю. А кто-то в курсе и даже защищает. Это чисто нервный срыв. Только это могу сказать. Чисто нервный срыв. Такого же срыва, я не помню такого, чтобы где-то что-то было, какие-то конфликтные у него ситуации.
Оба участника конфликта от интервью сегодня отказались. Кстати, несмотря на то, что и обвиняемый, и пострадавший помирились между собой, второму из местного ЖЭКа все же пришлось уволиться. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в республике все больше стабилизируется. Однако в то время, как в большинстве населенных пунктов показатели близки к нормативным, в трех территориях эпидобстановка нестабильная. В Черногорске, Аскисском и Усть-Абаканском районах эпидемический порог по-прежнему превышен, и количество заболевших продолжает расти. В Абакане немногим больше нормы болеют школьники. В остальных возрастных категориях ситуация стабильная. В муниципальных образованиях рекомендовано отменить ограничительные мероприятия. Они продолжаются только там, где вирусы пока не хотят отступать. Право выступать на международных соревнованиях по пауэрлифтингу в Техасе в составе сборной России заслужили 7 девушек, из них 2 из Хакасии. На помост силачи выйдут в августе, а сейчас готовятся к турниру. Наши девушки живут и занимаются спортом в небольшом селе Сарагаш Багратского района. Причем без современных снарядов и спортивного зала. Как удается воспитывать чемпионов практически без всякой финансовой поддержки, теперь знает Ольга Стельмах. Сарагаш Багратского района – кузница рекордов по пауэрлифтингу. Школьники из небольшого села Хакасии – чемпионы республики, Сибири, России и призеры международных соревнований. Лучшие спортсмены республики по пауэрлифтингу тренируются в подвале местной школы. Здесь много лет назад небольшой зал для занятий оборудовал молодой учитель физкультуры. Андрей Карабонцев, президент Федерации пауэрлифтинга Хакасии, тренирует школьников Сарагаша почти 40 лет. Сюда на свободную ставку преподавателя физической культуры он приехал из Красноярска сразу же после окончания учебы. Основной ментор я привез из города Красноярска в далеком 1974 году. В село Сарагаш ехал молодой учитель, амбиозный такой, молодой учитель, с таким чемоданчиком вещей и полным кузовом железа. Да, это вот оттуда все, это еще все оттуда железо. Вот так практически на голом энтузиазме начались долгие тренировки и борьба за результаты. Сначала в тяжелой атлетике, а с 85-го года по пауэрлифтингу. Оп, коленочка вперед пошла, ну-ка мне надо. Людмила Степынина – двукратная чемпионка России, сегодня еще и спортсменка национальной сборной страны. Таких результатов школьница добилась всего за пару лет тренировок. Собственный рекорд в приседании со штангой – 172 килограмма, при собственном весе – в 59. У меня отец строгий, и с детства, например, утром встал, надо было отжаться 10 раз. Ну и вечером также. Ну и дома там по хозяйству помогали. Сладкое чувство победы в свое время зацепило и Даниэлу Колесник. С тех пор школьница берет новые рекорды. Сегодня это вес в 3 раза больше своего. Впрочем, на рядовых тренировках спортсмены не идут на рекорды. Меня тренер отправил на 120 килограмм. Ну, мне легко было. Вместе с Людмилой Степыниной 13-летняя Даниила Колесник входит в сборную страны по пауэрлифтингу. Обе девушки из Сарагаша прошли отборочный тур и уже в конце лета в числе 7 участниц представят Россию на международных соревнованиях в Техасе. Когда уже за плечами, конечно, уже стоит не Сарагаш, не Хакасия, а Россия, то вот этот груз ответственности, вообще не каждый может с этим справиться. Спортивную карьеру девушки после школы не закончат. В планах продолжить ее в качестве тренера. А пока их наставник ломает голову, где найти средства на очередные соревнования. Из крупных впереди чемпионат Европы и мира. На последнее дорогу до Москвы оплатит Министерство спорта. Дальше, до Штатов, денег пока нет. Необходимо вместе с проживанием как минимум 300 тысяч рублей. Участие в состязаниях столь крупного масштаба для Хакасии без преувеличения – событие. Станет ли она призовым, сегодня скорее зависит не от спортсменок Сарагаша, а от спонсоров и властей республики. Уполномоченному по правам человека в Хакасии в 2012 году больше всего жаловались на коммунальщиков. Впрочем, такие жалобы были не редкостью и в 2011-м. С какими еще вопросами приходилось разбираться в течение года Александру Чистотину, он лично рассказал нашему телеканалу. Смотрите далее ежедневную рубрику «Интервью». На этом выпуск программы «Вести Хакасия» завершен. Берегите себя.